Трамплин восстановили. Ремонт одного из трех сооружений длиной в 50 метров продолжался 7 месяцев. Его возрождали не только спортсмены, но и неравнодушные люди. С открытия спортивного объекта репортаж Надежды Шабалиной. Для Александра Мотовилова, как и для других участников соревнований, это не первый прыжок, но особенный. Областными соревнованиями, в которых принимают участие мастера и ветераны спорта, отмечается возрождение трамплина. Своими силами его восстановила команда ветеранов. И такое знаковое событие важно не только для Кирова, но и для всего региона. Наше участие, наши вот эти все движения, я надеюсь, что они даром не пройдут. Мы все-таки как-то немножко возродим этот вид спорта в нашем регионе. Тем более, что люди, которые в других, значит, городах, они удивляются тому, что мы здесь проводим. А удивиться действительно есть чему. За 7 месяцев около 30 спортсменов, не дожидаясь поддержки со стороны администрации города, с одной только инициативой смогли восстановить средний трамплин. И, как признается Виталий Шишкин, мастер спорта России, командная работа – это залог их успеха. Удалось практически все. То есть остались мелкие недоработки, которые мы доделаем в следующем году. То есть без них трамплин можно эксплуатировать в полном размере. Заменено полностью приземление и частично гора разгона. Также стартовые площадки сделаны новые. И как говорят спортсмены, отремонтированный трамплин станет полезным для многих. Это один из шагов популяризации данного вида спорта. Привлечение, самое главное, детей. Детей, может, если хоть мы одного ребенка привлечем за счет этого, я думаю, что это будет уже большая победа. Оторвем от экранов, от компьютеров, там, не знаю, от каких-то вещей. В дальнейшем трамплин будет активно использоваться. В ближайшие месяцы на нем пройдут местные старты. Есть все шансы, что в марте на нем пройдет чемпионат России среди мастеров. Надежда Шабалина, Антон Мамаев, Бюро новостей Давича.